Так, значит, стали к макеваре прямолинейно, так как я говорил об этом, вымерили дистанцию. Буду по 10 ударов каждый делать. Стойка повыше. Одна нога спереди. Да, можно бить такой, можно бить такой. Пивной кружкой можно бить так. Ногу меняем. И, соответственно, с этой стороны просто задницу к вам стоять не хочу. Но то же самое работает. Все, с руками ничего не случится, если работать вот именно в таком режиме. Спокойно. Но я так относительно сильнее бью, чем вам надо. Вам надо еще, как бы слабее гораздо. Но я специально показал именно тихо. Потому что...